Следующее качество, о котором он говорит, это решимость. So determination is an important ingredient. Решимость — это очень важное качество. It's not when you keep taking spiritual life, mind will start hiding. Не нужно думать, что если вы приняли путь духовной жизни, то майя сразу от вас спрячется. Oh, now we initiated. We can't. We should go away. О, он инициирован теперь. Ну все, мне нужно спрятаться от него, чтобы он меня не видел. Так майя поступает, да? Так? Или нет? Майя постоянно нас проверяет. Поэтому испытывает. Поэтому нам нужна решимость.